Да, пора идти. По 19 ставим. Нет, я имею в виду. Игры на улицах. Ну, а. Ну, возрастание. Ну, сейчас получается, да. Пятая игра. Пятая игра, да. Осталось 3. Осталось 3. А так будем говорить. А вначале же говорю, бля, вторая игра, третья. Верно, мы на улице. 3. Жалко, осталось вообще 4 игры. Еще 4 игры. Еще бы 10. Это же эти, Кайсар, да? Да, они там на Кинжиколе выиграли. Они Кайсар же без поражения где? Кинжиколе, да, выиграли. Либо он пиздец, да, такой пиздит, пиздит себе, ребята. Да, кстати-то. Касание было. Не-не-не, где вы скажете, что типа под ногой прошло. Там чирк был вообще сильный. Этот, Кайсар, запасные за мячом. Стоп, лежал. Нет, снаружи вот так обходить. Не считается такие. Самый хитрый. Останавливал, блядь, мяч, штрафу скользнул. Дома! Под ногой проехал, под землей, блядь. Я слепой, ой, слепой, блядь, глухой. Чирк от травы, он крутился, получается, под ногой прокрутился. Вот это гол! Переворот. Да, блядь. Конечно, было. Кто-то отдал, блядь. Куда там пас? Да. Чё подать, да? Спросил. А? Да, конечно. Элитная гелик. Надо. Ну, нет такой функции, как и WhatsApp, простой, на связи. Пора бы приобрести. Мешать потом. А он нахуй WhatsApp опасный. Жена там человек. Нахуй с кем-нибудь на шесть или нет. Будет это. Валим заходить. А? Валим. Валим, не вопрос, я а, блядь, не сдержу же, вот так наследствую. Поначалу один добавится на другой, третий, да, четвертый, да, пятый. Да, да, да. А там в какую-нибудь группу залезешь, блядь, и всё, группу, жопа, да, нахуй, блядь. А в группе, там, блядь, всякого хуйню могу, можно попасть, блядь. Пацана, если залезть в какую-нибудь группу, да? Да, пропадет жизнь. Не, жизнь хуйня, нахуй. Они, блядь, что-нибудь забелиться можно? А братишка, не пасок, блядь. Да? Он забыл, нахуй, выключить. Просто в туалете сидел, нахуй, срал. И сообщения приходить начали. В туалете срал. Отходим, красный. И это... Телепнул, подпил, я сюда вышел, нахуй сюда оставил. И так ходил туда-сюда. Видать, с кем-то сидел, хуярил. Перепистел тоже. Сюда, нахуй, дошла тут. Ванна, ну, ванна, туалет, видишь? Дошла ванна. Попал. Я думаю, горник, куда ходил.
Отмазался, да? Ну как? Просто жена нахуй сделала вид, что поверила. Это не я, это не мое. Да блять, ну это, блядь. Долбоеб надо быть мне. Поверить такие отмазки. Просто жены, они чуть-чуть. Некоторые жены есть такие мудрые, помудрее. Понимающие. Бабы, не понимаешь, а то нахуй пизду. Чем ругаться, лучше, блядь. Сделать вид, что, блядь. Поверил. За сбитие оператора 5000. За сбитие оператора штраф. Красный играет, красный. Артём, ближе. Лёха, иди сюда, на тот план. Да, 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 да. Что нужно? Да, да, да. Мои очки взяли. Да. Пошли, Лёха. Всё, пошли.
Что-то они прям хорошо с ней играют. Обычно они такое не проходят. Это команда случайно отходим, красный. Пять можно? Нельзя. Вот так раз. Может, спросил? Ответили. Это же начинается. На следующий день, на следующий. Будет фопом. Я вас просто, нет? Матч ТВ. А, Матч ТВ. Какой компьютер? Матч ТВ такой. Биатлон. Биатлон, да, хоккей, биатлон. Да, хоккей сейчас. Ну, сейчас это... Россия, да? Да, Россия, да. Центральный матч. Я вчера показали это. Зенит ЦСКА, сегодня это покажет. Спартак, Краснодар покажет. Тоже хороший матч. Краснодар может выиграть. Лестер, Арсенал вчера еще показал. Краснодар может, да, выиграть? Они на Краснодар. Выбор. 3-2. Двигайся, двигайся, двигайся. Атака. Пацаны, соберитесь.
конца! Грузи! Все, сейчас! Давай, бля! Это уже враги какие-то. Американцы. Не успел. Да предвзятое отношение какое-то. Не успел попасть на должность уже. Давай в американцы душат. Момент. Какой счет, да? Иначе у вас играть. Опасно играете. Вот это понимание. Отходим назад! Отходим! Отходим! Значит, нас видно некоторые команды. Тебя нету, команда выигрывает. Отходим, отходим!
что уж. Нормально, дай! У них прям вся аппаратура. Может, 4 поля, вот сразу ты не даешь туда. Одна за два поля, Павлик, прими нормально. Кайсар за мячом. Кайсар, запасные за мячом. Кайсар за мячом отправили. Они молчат, да, сразу? Не играют ничего. А в большом футболе есть за маты что-нибудь? Сейчас, сделали. Сделали уже, да? А если... Например, что я русский язык не знаю. Нет, в Казахстане сделали. Не знаю, где это. В Казахстане сделали? В Казахстане сделали. Если я слышу мат, то желтый сразу? Да, да, сразу желтый. Опять же, мат рознь. Да, бывает. Здесь именно только у футболиста такое понятие. Он бежал, он не специально. Видно было, что он не специально. Этот. Есть такое понятие, как рабочий мат. Игровой. Рабочий называется. Четвертый номер, вы касаетесь. Ну как вы видите? Задел, кипиш, задел, все, в середине. Конкретно был, задел. Задел, ты. На штуку. На штуку, спорим. Скажи ему. Челлендж возьму, блядь. Касание блока, блядь. Матч привел. Касание блока я слил в волейболе. Там прям на челленджах так хорошо видно, когда касание блока. Пальцы тык. Пальцы, да. Тык-тык-тык-тык. Судья не замечает такого. Да, конечно, удар. Глаз не успеет видеть такое. Нет, не было касания. Ты прокинул же, Бауэр. Серп, короче. Душа же есть, 19. Знаете, как они сыграли все? Кто с кем? Нет, Сербия. Женщина? Да. Не знаю. Финал. Не видел. Или вчера не было финала? Нет, вчера.
Мне кажется, сегодня ночью будет. За третье вчера играли. Сегодня мужики ночью, да? Сегодня мужики. Вчера было, да? Ночью был. Баскетбол был финал. Америка, Испания. Да, да, женщина любит. Я видел. Там 100 с чем-то. На 70. Тактический удар. Не, ну там критический фол вообще по идее правильно, да? Он... Не, ну фол хороший получается. Всегда так надо, да. Даже в желтый не получаешь его, да? В большом футболе, раз мелкий фол, раз да. Белый. И вернулся. Тактика мелкого фола. Как правильно совершить? Как правильно сделать его? Как правильно сделать? Нет, тактика мелкого фола, эта команда есть такие. Блядь, если сильная команда, нельзя так разбегаться. Если они разгонятся, то это пиздец. Поэтому они фолят, фолят в центре, и все. В этой команде ничего не получается потом. Да. Желтый не получаешь. Рваная игра. Да, вот это рваная. Только разогнались, блядь, сейчас пойдет комбинация, блядь. А он раз полно, все вернулись обратно, заново надо разбегаться. Да. А в динамике это быстрее будет атака, а уже с места другая совсем атака. Уже тактически уже не получится. Да, да, да. Но те же команды. На скоростях это, легче. Да, движение. На скорости же быстрее. Ну дело в правилах играет. Потом доиграем. А? Потом доиграем. Свистите. Кайсар ведёт, да? Надо управлять счёт. Управлять на счёт. Сделайте так. Просьба, приказ, да, блядь. Заказ нет, приказ, блядь, так смотрю. Теннис тоже большой играли.
У энергетики постоянно играл, потом на улице один раз играл. Разница огромная вообще. На улице в помещении. Ну даже футбол, ну блядь. Вот, блядь, манежи и здесь. Смотрите, именно ветер мешает, солнце мешает. Воздух. Да, воздух, это все по-другому. Манежи играешь, блядь, тебе так кажется, такие удары смазать. Хорошие такие. Да. Здесь выходишь, это совсем другое. Ты солнце в глаза можешь светить там. И ветер мешает. Воздух мешает. Ну. Мяч остался, мяч. Аут играем, аут! Аут! Тейп, как называется? Хороший вид, да, видишь? Тейп, как называется? А, я что, фиксирую что-то? Да, фиксирую. Хороший вид. Конкретно фиксирую. Даже по телевизору, видишь, спортсмена, да? На крест наложен. На плечах там, да. Да, типа кластеря, да, это у меня кто-то. Знаешь, это кластер. Присядьте ли там? Ага. Я присел, она высушила голову и это. И начала обратно машинку. Я говорю, нахуя туда голову мыла, интересно. Ну, я сейчас буду. Поправить человека. Ну, я специально для этого и помыл, чтобы волосы не было. Мойте еще раз. Да, она потом говорит, сейчас я выдую все. Стену выдуло. Сейчас нет. Пожалуйста. Синий тайм-аут. Осталось 2 минуты. Отстоял.
играем, играем, играем. Дальний, смотри, дальний на нашем. Здесь, 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 здесь,